Мы выиграли контракт на строительство детского садика. Начало где-то июнь месяц, окончание декабря этого года. По просьбе главы администрации, депутатов, мы вместе с Министерством строительства, с управлением капитального строительства, со всеми нашими подрядчиками приняли решение, чтобы вести его не зимой, чтобы мы построили, сдали в декабре, заселение было бы, наверное, через полгода это было. Поэтому мы ускорили процесс строительства совместно и по всем работам, в том числе по насыщению детского садика оборудованием. И мы сдали под монтаж его где-то в конце мая месяца, то есть было время для того, чтобы успеть смонтировать все, привезти, насытить мебелью, игрушками, оборудовать все кабинеты. Ну и получилось, что примерно на полгода, наверное, длинные сроки заселения детского садика. Большое спасибо всем за совместную работу и Министерству строительства, и управлению капитального строительства, и главе администрации, и Министерству образования, и, конечно, директору детского садика, который вместе помогали, откликались на просьбы, что-то сделать для того, чтобы улучшить внутри качество и пожелания, цвет разный, как пожелают, как и делают. Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое. Мы больше всех переживали и болели за этот детский садик. И я от всей души обещаю. Ключ.